Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Базева Елена, город Новосибирск. Что меня замотивировало участвовать в промоушене? Ну, это та невероятная радость, которую я получила от того, что в прошлом промоушене победил мой надежный, замечательный бизнес-партнер из Минска, Татьяна Карпаева, замечательная мама троих сыновей. Как я подписала столько людей... Ну, я просто предлагаю дисконт. И сейчас достаточно легко это делать, потому что компании дарят подарки. Невероятные, замечательные подарки, которые способны поддержать, укрепить, восстановить здоровье. И люди достаточно легко выполняют эти обязательства. Я очень много уделяю времени лично пациенту. То есть индивидуальной работе. На это уходит много времени, но это окупается всегда, потому что человек получает здоровье. Мы работаем с удивительным продуктом, который обладает такой мощной и надежной силой. Мои наблюдения за прошлый год. Я не была ни на каком карантине, то есть я не пропускала ни одного рабочего дня. Люди шли и шли. И вот я обратила внимание, что никто из посетителей моего кабинета не заболел. Как только поднималась температура или были первые симптомы, мы сразу увеличивали дозу продукта и кратность применения. И не было ни одного случая пневмонии. Вот для меня это очень дорого, и для меня это огромная мотивация помогать каждому человеку, где-то больше объяснить, почему ему нужен наш продукт, почему он должен употреблять его каждый божий день. И сейчас идет другой поток пациентов, уже те, кто перенесли ковид, и те, кто пострадали от лечения фармсредствами, с побочными, мощными побочными эффектами. И настолько разнообразные осложнения от лечения и от заболевания, что опять на выручку приходит наш продукт. И за 3-4 месяца люди восстанавливаются. Тот, кто не спал, начинает спать. У кого сильно сгустилась кровь, трудно стало работать сердцу, мы тоже разгрузили эти органы. То есть наш продукт – это инструмент служения людям. И планы мои какие? Как можно большему количеству людей послужить, подарить им знакомство с продуктом, подарить им радость, здоровье, энергии. И всего самого лучшего такого, то, что может дать здоровье. На сегодняшний день здоровье – это главное. Не путешествовать без здоровья нельзя, не трудиться как следует, не общаться с людьми. Поэтому мое искреннее пожелание всем – любите людей, служите им, если хотите успеха. Я хочу просто помогать людям. Вот так. Всего самого доброго. Всех благ.